Наталья Рыбалко, группа Left Fem. Друзья, слышно меня? Да. Друзья, спасибо большое за то, что вы все сегодня сюда пришли, потому что наша поддержка ребятам, наша солидарность с ними, это самое важное, что мы сейчас можем и должны делать, потому что это касается всех нас. Меня, например, это в том числе касается, потому что почему я согласилась выйти и выступить как родительницу, как маму ребенка, который также является убежденным антифашистом, который открыто выражает свои взгляды, ходит на акции, не знаю, где ты, Родион, привет. И я дико боюсь, ребята, я боюсь за своего ребенка, мы все боимся своих детей, и мы поэтому мы должны выходить и говорить: хватит, прекратите, остановите эти преступления. Мы должны говорить, чтобы эти люди, которые совершают сейчас это беззаконие, знают, что мы следим за судьбой этих ребят, мы следим за ними, мы знаем о том, что происходит. Мы помним об этом, и мы будем знать и помнить. Мы не оставим это просто так. Поэтому я очень надеюсь, что то, что мы сейчас здесь собрались, поможет, как-то поможет и нам всем, и нашим детям, и в первую очередь, конечно же, этим ребятам. Поэтому огласка, поддержка и солидарность. Спасибо.